Сегодня ночью в республике Ингушетия в Молгобекском районе из автоматического оружия и гранатометов неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост полиции. Ответным огнем двое нападавших были уничтожены. В результате боестолкновения получил ранение и был госпитализирован сотрудник патрульно-постовой службы полиции. На месте происшествия были обнаружены два автомата Калашникова и корпус от гранатомета. Личность одного из нападавших уже установлена. Им оказался 29-летний житель города Молгобек, который находился в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Сразу после получения сообщения о нападении был введен план «Сирена». Принимаются все необходимые меры для установления личностей возможных соучастников данного нападения.